Привет, сейчас добрались наконец-то до супер крутейшего дота. 400 килограмм золота, ребята. Канал в поисках клада и золота. Викинга сегодня делает новые сенсации. Пригласили эксперта, который рассказал очень интересные новости по поводу вот этой трубы. Теперь мы все знаем, что эти дырочки, отверстия прятали. Это обманочки. Обманочки, чтобы сверху не было видно, когда работают буржуйки, внутри отапливают, как, что здесь советские воины греются. Теперь пойдемте дальше, посмотрим. Посмотрите сюда. Колоссальное сооружение. Профессор, можете говорить громче, чуть ли не кричать. А что, меня не слышно? Ну так, плоховато. Хорошо. Я должен... Ребята, когда я буду громко кричать, я сейчас даже вот так микрофон поправлю. Я же думал, здесь микрофон все будет слышно. Нет, сейчас, подожди. Да, конечно, слышно, сейчас. Можете просто не стесняться. Сейчас, хорошо. В таких вещах серьезно. Сейчас, ребята, смотрите, как я не стесняюсь. Вот так, смотрите сюда. Колоссальное бетонное сооружение, которое обеспечивало безопасность советских солдат. Фашистский генерал-оборотень отказался его взрывать и использовал для хранилища 400 килограмм золота. Когда сегодня у лучшего эксперта я спросил, знает ли он про эти неимоверные сокровища, он сказал, что слышит в первый раз, но посмотри, как осколком срезала часть бетона, посмотрите, какой был сильный здесь. По касательной пошел, оторвало просто кусок. Кто же вам будет рассказывать про 400 килограмм золота, кроме канала Викинг? Потому что здесь есть потаенный выход, который засыпан. Фашисты в попыхах прятали часть золота. Мы вам сейчас покажем этот выход. Никто вам его не показывает, потому что это реальная сенсация. Пойдемте дальше, вам сейчас покажу колоссальные, просто колоссальные бойницы. Еще, есть, существует у местных жителей, существует такое поверье, что вот здесь вот слева, в этих деревьях искореженных, покрученных, был казнен этот фашистский генерал. Да, что его партизаны успели, после того, как он зарыл это золото, что здесь его, он был уничтожен, и поэтому деревья покрутили, а он по ночам возвращается и охраняет свои сокровища. Давайте сюда смотрим. Это двухъярусный дот. Посмотрите сюда, какие здесь бойницы. Покажу так сюда снизу. Смотрите сюда, какие здесь крутейшие пулеметные бойницы. Давай сюда дальше отойдем, встанем вот так сюда, чтобы было видно, насколько это серьезное фортификационное сооружение. Мне говорят, что нужно орать. Да, я буду кричать, потому что вы должны это увидеть. Это реально произведение искусства. Спрятанное 400 килограмм золота. Генерал-оборотень, который здесь был повешен на этом месте, деревья покрутило после его смерти. И сегодня по ночам... Кстати, давай подойду тебе, покажу. Говорят, что на одном из деревьев по ночам его лицо вылазит из дерева. Вот на вот этом куске. Видишь? Давай подойдем, тебе покажу. Это реально страшно, да. Мало кто в это может поверить. Смотрите сюда. Говорят, что ночью, когда кто-то сюда заходит, вот здесь вот, с этого куска, видно лицо его? Его лицо оборотня просто проявляется. И некоторые местные орут от страха, бегут, утекают отсюда, понимая, что золото просто так не взять. Поэтому это реально крутейшие и серьезные сенсации. Сейчас мы подойдем к нашему эксперту. Вы уже видели, он показал нам, что здесь реально находится. Как здесь много разных сокровищ, и все они здесь сосредоточены. На втором засыпанном этаже огромная лестница. Сейчас мы залезем, пойдем, покажем вам туда. Хоть будет и темно, но будем стараться вам показать. Пойдем, покажем. 502-й, обязательно. Хорошо, спасибо. Сейчас вам покажем, пойдемте. Давайте, будет реально страшно. Сейчас будем заходить сюда. Я сейчас вам покажу, да, сейчас постараюсь сделать посылку. Давай заходить. Подходи сюда. Смотрите, вот видно сюда, это пулеметное гнездо. Видно его? Давай сейчас туда залезу, покажу. Давай потихонечку. Это реально сенсация. Никто это не будет показывать, все боятся об этом говорить. Когда эта дверь бункера взрывалась, и сюда шли эсэсовские отряды, которые штурмовали. Отсюда шел колоссальный огонь просто. Посмотрите, как все продумано. Маленькое отверстие расширяется. Здесь просто остаться живым было невозможно. Поэтому сколько здесь фашистов полегло, даже никто не знает. Говорят некоторые, что здесь полегло больше, чем при взятии страны Голландия. Поэтому реально будет интересно. Давай заходим дальше.
Вот тут дальше начинается самая реально темнота. И самое интересное... А, кстати, сейчас мы знаете, что сделаем? Сейчас мы с вами возьмем порох и бросим в шахту, которая, где фашистский генерал-оборотень спрятал 400 килограмм золота. Это будет реально сенсация. Что скажешь, шеф? Отличный план. Смотрите, ребята, такого вам никто не покажет. Только канал «В поисках клада золота» от Викинга может вам показать такое. Смотрите сюда. Сейчас вы увидите подсветку огромного, неимоверного просто лежбища фашистов, которые спускались по лестнице и прятали золото. Сейчас я беру, кое-что достаю здесь. Сейчас я вам покажу, что я достаю. Это будет не то, что круто, это будет настоящая сенсация. Такого вы нигде не увидите. Сейчас. Да, есть. Это будет настоящая сенсация. Подойдешь, покажешь? Конечно. Смотрите сюда. Такого вы нигде не увидите. Это, ребята, порох. Видите, называется макароны. Первая мировая. Это, ребятушки, не хочу даже говорить, что это. Вы сейчас увидите, что это такое. Это будет очень круто, это будет очень серьезно. Это будет фаер-шоу, которое просто осветит этот бункер. И вы увидите, что там происходит. Насколько там страшно. Насколько там можно обнаружить страшные вещи, артефакты. И все это от нашего не просто крутейшего канала. Так, ну что, заходим. Сейчас я возьму спички, и вы увидите, это просто фаер-шоу, и увидите этого фашиста, который там прятался. Это будет просто супер крутейшая сенсация, потому что никто вам не покажет, туда никто не спускается, потому что фашистский генерал Обертин забирает людей, которые туда лезут. Погнали. Заходим? Да. Ничего вообще не видно, да? Ничего вообще. Потихонечку, подожди, в натяжку пошел кабель, заходи. Вижу, вижу, вижу. Заходишь? За коноплю зацепился. Заходишь? Да. Подходишь? Да. Давай, подходи. Подошел? Ру. Подошел? Давай, подходи сюда ближе, быстрее. Бросай, давай туда, подходи. Быстрее, подходи. Ёбушки воробушки. Вот так, ребятушки, это фашистский бункер. Увидели? Да, ребята, это лестница. Круто, да? Да, ребятушки, это канал Викинг. Реальные крутые приключения, сокровища, клады и золото. И ты знаешь, что еще? Сейчас, ребята, ни в коем случае не переключаемся. Сейчас будет новая сенсация. Подожди, не уходи. Сейчас, Андрей, знаешь, что писает туда. Нет, 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 нет. Никто не... Значит, смотри. Экстрасенс, я тебя сейчас позову. Я тебя сейчас позову. Здесь экстрасенс, я сейчас расчищаю, ребята. Я буду сейчас расчищать. Здесь так все, ребятушки, за... Подходи сюда. Подходи, пожалуйста. Вот эта труба, смотри, видишь? Она говорит, здесь фашисты прятали. Прятали сокровища. Что-то видишь? Пока нет. А я вижу. Что? Вот, подскажи сюда. Сейчас еще подсвечу. Видишь? Видно? Да. Да не знаю, где этот артефакт. Вот. Какой? Я не вижу, сейчас достану. Вот. Там вот монета какая-то лежит. Конечно, сейчас я тебе ее достану. Капец, короче. Она, смотри, она как вплавилась. Вплавилась. Смотри, тут видишь, труба получается. Был пожар, видишь? От взрыва. Видно, да? Ну, темно. Ну, как видно. Ну, давай выйдем, хорошо. Я взял. Вот, смотри. Видно, да? Да, все, отлично. Находим. Ну, аккуратно голову не дать. Головой аккуратно. Я уже ударил. Аккуратно, ниже, ниже. Еще ниже, еще ниже. Еще ниже. Ребятушки, ну что? Золото! Что? Золото! Что? Золото! Это оплавленные фашистского генерала часы золотые. Охренеть, ребята. Охренеть можно. Это просто... Подожди, дай детально покажу. Смотрите, ребята, получается, экстрасенс сказала. Да, экстрасенс сказала, возле трубы, смотри. Детально покажи их. Я держу, ничего не шевелю. Многие говорят, вы когда что-то находите, вы прямо и говорите, да что вы ищете. Да, многие пускай срать идут. Покажи с другой стороны, их реально крутая вещь. Я с другой стороны не хочу показывать, знаешь охренеть почему? Охренеть можно. Потому что пусть ставят 1 000 000 лайков. Согласен. Ребята, ставьте 1 000 000 лайков, смотрите. Часы. Часы
фашистского генерала оборотня. Золотые часы. Сейчас подожди, вот здесь. Я сейчас возьму ножик. Так. Я думаю, что они золотые, скорее всего. Сейчас я посмотрю. Они, посмотри, как горели. Охренеть. Бункер, представьте себе. Фашистский генерал оборотня вылазит с бункера. Спрятал 400 килограмм золота. Вы видели, мы подсветили вам. Это просто было неимоверное действие. Экстрасенс сказала, будьте настойчивы. Золото есть рядом. Подходи поближе. Сейчас проверяем. Вот, да. Охренеть, золотое. Золото. Охренеть. Да, ребята, смотрите, золото. Так это золото. Вот, ребята, смотрите, золото. Она так и сказала. Вот, покажи, видно, что это золото. Золотые часы, ребята. Золото! 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 Викинг! Викинг! Прям вперед!